В мэрии Магадана подвели итоги по вопросу благоустройства территории парка «Маяк». Департамент СОТЭК опросил магаданцев, что они хотели бы видеть в этом месте. Поступило более 500 предложений. Это пешеходные и велосипедные дорожки, укрепление береговой территории, прокат оборудования, озеленение, крытые беседки и многое другое. Однако не все предложения можно реализовать. Аквапарк. Естественно, мы там построить не сможем, у нас там просто места не хватит, да. Вот, с учетом того, что бассейн у нас недалеко на улице Октябрьской есть, ну и водные прогулки, опять же, они относятся к эксплуатации уже этого пространства после его сдачи. Специалисты сформировали предложение для проектировщика, и когда программа будет готова на заседание общественной комиссии, внесут коррективы, если потребуется. Проект планируют выполнить в 2022 году.